Жители 22-го микрорайона на прогулке стараются не упускать детей из виду и постоянно держат их в поле зрения. Виной тому не криминальная обстановка в городе, а переносчики опасных заболеваний – клещи. Эти паразиты облюбовали территорию рядом с детской площадкой. Когда мы въезжали в этот район, нам обещали, здесь будет в течение 2 лет построен детский сад. Детского сада нет, мы живем уже 5 лет в этом районе. Когда он появится, неизвестно. И пока вот он пустует, этот пустырь мы его называем, здесь завелись клещи. Трава выше колен и разросшиеся кусты привлекают маленьких любителей приключений. После нескольких случаев присасывания клещей Татьяна Стяпина запретила своим детям ходить на пустырь. Но малышей сложно удержать на месте. Бывает, у ребенка может мячик закатиться на эту территорию, и буквально 2 минуты на маленькую девочку сел клещ. И это не единичный случай. На мам садятся, на детей. С проблемой санитарной обработки пустыря жители в первую очередь обратились в управляющую компанию. Мы хотим, чтобы здесь косили траву всю полностью, потому что трава выросла уже большая, клещей там развелось много. Для начала скосили всю траву, а во-вторых, поморили клещей. Но, как пояснили управляющие компании, эта территория находится не в их зоне ответственности, а стало быть, и тратить деньги жителей на обработку пустыря они не имеют права. Нами было принято решение, поскольку как дома там наши, мы пошли навстречу жильцам и решили включить этот участок в план покоса травы. Как нам пояснили в департаменте городского хозяйства, этот участок относится к территории общего пользования и пока не закреплен ни за одной организацией. Для решения проблемы жителям нужно обратиться с официальным заявлением ДГХ, после чего будет решаться вопрос об акарицидной обработке. Елена Грицко, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.